Чипер, как обычно, на своей залупе ебаной хантеровской играет. Ничего нового, блядь. Это ебаное ноубрейн говно. Ну, ничего личного, но хантер ноубрейн говно ебучий, как и механтер. Просто механтер хорош против отрывных матчапов, поэтому я брал его на туре. Пришел, типа, негодяй, поэтому бэкстеп не отдаю. Механтер такая же ноубрейн хуета. Просто он хорош против варов и магов, на которых мне не повезло на турике. Монетка гальванайзер, гальванайзер спайдербомб. Бля, ну хотя бы повезло реально, вау. Вау, повезло, чат, вау. Пошел нахуй отсюда. Повезло. Но я не думаю, что это выиграет игру, но хотя бы дает шансы. Рафлана стримить пусти, у меня вся бумага тут целый день лежала. Там собаки не играются, поэтому можем нагло играть. Правильно. Здорово. Держи кулачок, падай. Сюда, блядь. Это карта на следующий ход. Даже две карты, может быть, с шедустепом. Мы точно делаем такой трейд, точно отдаем мелочь. А просто мы хотим в двойку сыграть, просто замешивание в темп. Думаю, что... нет, зачем? Наверное, даже шедустеп отдам на комара, это 6 урона. 6 урона, 2 карты. В принципе, это норм. Прям очень даже норм. Наверное, это файно. Это кулбат делает, но агрессивно играть не думаю, что это надо, потому что нам нужны ресурсы для того, чтобы выиграть в случае чего ауешку с ядом. Ауешка с ядом выигрывает с зилексом кулбадом. Ответ есть. Он ее, скорее всего, сейчас поставит, потому что он 3, блядь, гильванайзера играл. Поставь эту топовую песню. Не могу от этого играть, это просто глупо. Максимально глупо. Посмотрим, что-то отдохнем просто. Висерей. Это получается 8-12, да? Еще один висерей летал. Мы не можем другую карту. Это не мой зелекс, плюс трейд, карта лишняя. Без, типа, нам... нам тройка дала сумон первого дропа, который призвал... Здорово, чат. Ой, бля. Заебал микрофон. Что он все, блин, надкручивается? Бля, скин уже... бля, слышите, знаете, надо что сделать? Надо купить скин, не забыть. Потому что если я проебланю снова, это будет проблемой. Я просто знаю, что у меня сейчас скрытый пул в хейсе. Я ничего не могу с этим сделать. Какая карта, бля, я картами не пользуюсь, как раз говорить. Подожди, а где, бля, там 30 пакетов должно быть? Надо, чтобы они... надо, чтобы они подобные турики делали хотя бы как турики, а не хотя... ну, типа, не одну игру. Мне самому как турик весело хоть было, но мне было просто приятно играть, не знаю, типа со штаном приятно играть, новые правила какие-то, это норм. Просто вопрос, чтобы они это доработали и сделали нормально, а не как было вчера. Это хотя бы хоть что-то. Последние 3 года я только и делаю, что хуесошу близов, но в последнее время они хоть что-то делают, поэтому, в принципе, я доволен. Будешь ли ты еще делать косплей, не знаю. Короче, меня это просто не затянуло. Я просто смотрю на эту карту и хочу подрочить этой карте. Borderlands топ для кооператива. Мы в кооперативе играли, но игру это вообще... я не знаю, как люди в это играют, просто потому что... может быть, я суть не понял, может быть, мало поиграл. Не знаю, но мне вообще не понравилось. Реально, эта хуйня сейчас соло выиграет игру, по крайней мере, Линдзи или True Silver. Я думаю, что сначала... бля, ну... бля, наверное, даже Линдзи, чем True Silver. Да, скорее всего, Линдзи, чем True Silver. Вау. Ну твари, блядь! Я вынужден на нечку сразу, наверное, отдавать даже, не знаю, крысу, просто для того, чтобы там не было какой-нибудь адаптации на третий дроп и так далее. Тест отлайн рассматривали, не для нас тоже, слишком много играть надо. В поезд стартовать, хрен его тоже знает. В теории, может, и надумаем, но, скорее всего, нет. Ну, немного говно. Скорее всего, даже в трейд. Хотя я не уверен в этом. Хотя в этом совсем не уверен. Да, бля, идет. Скорее всего, он этого никогда не сделает. Наверное, мелочевку есть даже смысл убить, почему нет. Ну, надо играть, anyway, что-то, тогда Кангора надо играть.
Окей. Не, можно молот сыграть, но есть вариант овердрова пятерки, мы тогда проиграем, поэтому я, наверное, рисковать не буду особо. Просто поставлю кангуру. У меня еще один трусильвер, если не война. Раз в неделю тоже нормально выпить. Ну, сука, твари бухают каждый день, блядь. Каждый ебаный день. Сука. Я не знаю, как еще описать ненависть к этим ублюдкам, тварям, блядь, бездарным. Успокоился. Ну, реально просто это раздражает очень сильно. Хочется хуесосить их постоянно. Что-то молот не вот отнимать. Пойдет там. Диаболик нельзя в том-то дело, но всем похуй. Да зачем мне к ним подходить? Просто, короче, я просто к тому, что это заебало, вот и все. Ну, я ничего не могу с этим сделать, не говори. Возможно, мы даже Шервалу замешаем сейчас. Еще раз. Фул в ману сыграем. Сильвером, да? Затрейдим это все говно. Пойдем в лицо, заставим летал. То, что я кричу, мой крик не мешает людям, по крайней мере. Блин, ну это, сходить постричься вообще уже. Опять зарос, блин, сижу дома, надо постричься сходить. Откуда не знаешь, что мешает? Ну потому что я знаю, что, блядь, из моей комнаты не пропускается воздух там. Ой, не воздух, а крик там. К соседям и так далее. Мы сделаем что-то типа такого. Мы сделаем что-то типа такого хода. Ничего не поставим на стол, ударим в лицо. Похилимся на пул. При этом насечку сделаем айсблок, если Шервала будет 30-й карты, и он не похилится комаром ничего. Типа просто в итоге получается такая ситуация, что я не могу не открывать окно, а если я открою окно, там животные ебаные, вот и все. И получается, ну, не вариант. Не бухай во всех дворах. 5 звезд дают вара, когда у меня нет алекстраза в колоде. Браво. Браво! Браво! Твою мать! Ну как, блядь, я опять заруинил! Сука! Ну, блядь, я заруинил опять, ну говно! Ебаное безумное говно. Встречайте скоро новый. Не ту кнопку нажал, блять. Против, где он будет доебываться до алкашей под окнами, получат пизды идти обратно шпилить в картишке. Я уже вижу миллиарды просмотров. Сегодня вернулся в КС после годового перерыва, распылил все, что ушло в АЭ. Есть 12к плюс пыли. Что я сделаю? Ничего не могу сделать физически. По поводу того, что скрафтить, ну не знаю, я выложил деки вчера после обновления в альбом, можешь посмотреть обновленные. Вот, можешь чекнуть. Типа, я думаю, что это поменяется через недельку-две, особенно после турнира. Вот. Окей. Кстати, чтобы бухать каждый день, нужно бы быть обеспеченным человеком. Выйди, скажи нам это в лицо бомжара на стримере. Чтобы бухать, нужно быть обеспеченным. Да уж. К сожалению, у меня есть пример плохой. Бля, знали бы вы моего дядю этот? С Таллансом потом захуярим Арбона мы. Грустная тема. Лучше сменим на еще более грустную тему, что у меня 5 звезд и опять не дали, блядь. Скрытый моча, блядь! Ну чё за говно, ну? Типа дали вара без алекстраза, ну ему 14 хп надо накинуть, я проиграл. Бля, вспомнил. Вспомнил кое-что, что вчера было с шавермой, когда в Конана зашли, бля. Бля, армор не жмет, ты что, дурак? Ты что, надеюсь, там осталось?
У брата 16-летнего одноклассница 2 месяца назад родила, держу в курсе. Го, попробуем. Камеру в рот, короче, не пришел, и это плохо. Мы еще на один ход затягиваем наш, блядь, комбу. Какой-то максимальный пиздорез. У меня кончились карты. 3-2-5, да, сможем, да, сможем. Сюда. Квар, блядь. Ему нужно 9 хп. И у него один шелбок еще есть в колоде, очень случайно. Блять, что это за плей, блять, что это за плей просто, ну. Бля, я могу делать видосики каждый день, типа на похуй, не думать о том, что там челы скрафтят